Сегодня на сцене глав клуба выступят совсем обрусевшие американцы – группа «Браззавиль». Они споют как полюбившуюся всем девушку из Владивостока, так и англоязычные версии песен Виктора Цоя. «Браззавиль» появился в США в 1997 году, лидером команды стал бывший саксофонист Дэвид Браун. А после его переезда в Европу коллектив превратился в американо-испанский квартет. Ну а теперь, когда в репертуаре появились песни Цоя и композиции на российскую тематику, можно сказать, «Браззавиль» — американо-испано-российская группа. С вами был Павел Шенин. Слушайте хорошую музыку. Увидимся.